25 января для одного из старейших вузов России, Казанского федерального университета, не просто дата в календаре. 25 января – день российского студенчества и памятный день для всех татьян. Мероприятие по случаю его празднования началось в главном здании Казанского университета, где ректор вуза Ленар Сафин встретился со студентами-активистами. Медовуха, народные танцы, чак-чак и безудержное веселье. Так обучающиеся сообщили почетным гостям о том, что в городе начались празднования в честь Дня российского студенчества. В Белом зале ведущий рассказал гостям о Всероссийском дне студента в Казанском университете и пригласил для приветственного слова ректора Казанского федерального университета. Ленар Сафин рассказал об истории торжества и поздравил всех к нему причастных с этим памятным днем. Поздравляю с этим прекрасным днем, днем российского студенчества. Действительно, этот день уходит исторически корнями в свое прошлое. Это всегда был яркий, эмоциональный праздник для студентов. Я думаю, вы с удовольствием его отмечаете. И мы будем это поддерживать. 25 января не только День студента, но и День всех татьян. По случаю такого важного праздника мероприятие плавно переместилось в здание культурно-спортивного комплекса «Уникс», где зрителей и гостей вуза ждал праздничный концерт. Самые активные студенты подготовили масштабную программу – вокали, хореографические композиции, театральные постановки и видеопоказы. Что произошло? Это правда тебе не по зубам. Но я расскажу. Это было очень, 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 очень! Недавно! Это было позавчера, мы даже можем это показать. Студентам КФУ. И пусть тяжело, все ночи без сна, в душе мне тепло, во мне полный заряд. Я люблю тебя. Мероприятие также посетили министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков, помощник президента Республики Татарстан, руководитель республиканского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов и президент региональной молодежной общественной организации «Лига студентов» Руфат Киямов. Я горжусь тем, что я выпускник Казанского университета. Я поздравляю вас, дорогие студенты, с тем, что сегодня вы отмечаете День студента. И не только у Татьян сегодня двойной праздник, но еще и праздник сегодня у всех студентов Казанского университета, потому что вы еще отмечаете то, что вы студенты именно Казанского университета. Это очень круто. Поэтому вот поймайте вот это вот ощущение и это чувство сопричастности к чему-то большому, с огромными традициями. Бесспорно, День студента, иначе именуемый как Татьянин день, является одним из самых ярких праздников, которые во все времена проходят в Казанском федеральном университете с большим размахом. Такие знаменательные дни напоминают о достижениях студентов Казанского университета, победах в научных направлениях, спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах и успехах в общественной деятельности. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Никита Акиньшин, Ленар Гизатуллин, Андрей Багаудинов, Универньюз.